Привет, мои друзья! Мы находимся в городе Новосибирске, Первомайский район, в магазине «Светофор». Здесь завезли пледы с ворсом 180 на 200, 900 рублей. Китай, производство. Посмотрите, какие красивые пледы привезли. Какие они мягкие. Очень хорошие, двухсторонние. Видите, какая прелесть. Ой, цвет шоколада. Какая прелесть. Он такой интересный, такой цвет. Разные-разные расцветочки. Посмотрите, каких только нету. Обалдеть. А еще у меня спрашивали, есть сиреневый или нет. Сейчас мы давайте посмотрим. Так, нету, не вижу. Ну ладно, сейчас посмотрим. Лапшу подвезли, 3 килограмма, 187 рублей. Здесь смотрю только такие перышками. Кто брал, хороший или нет, подскажите нам всем. Давайте сейчас посмотрим, что еще у нас есть. Крупа гречневая, увелка 800 грамм, 60 рублей 70 копеек. Вот я ее брала, она мне понравилась. Ну, думаю, что это не дешево. Так, что еще у нас здесь? Фасоли, смотрю, есть. 650 грамм, 65 рублей. Рис круглый, 56,50. Производство Россия. Вот в таких коробочках они находятся. Вот еще... Обратите внимание, называется просто завтрак. Шарики с какао. Запас завтрака на 14 дней. 440 грамм. Цена, я думаю, что это не дешево. 103 рубля. Любятово. Ну, Любятово это хорошая фирма, как бы нормальная. Так, это что за баночки у нас здесь стоят? Горчичный порошок. А, он там внизу, наверное, горчичный порошок. Да, находится, вот он. Кто сами делает это горчицу, то это здорово. Перец черный молотый. Это вон там внизу. Да, вот эти. Да, мягкий. Отлично. Султан, пшено варочное, пакетики. 400 грамм, 34,80. Очень удобно. Кто-то на работе варит, кто-то дома варит. Шлифованная. В таких коробочках и находится. Ну, ценник нормальный, конечно. Так, гречка алтайская. Она тоже фирма Увелка. По 69,90. Вот такой-то у нас гречка. Так, крупнозерновой рис. Полкилограмма 61,90. Ну, это нормальная цена. Я была сегодня в Ашане, там как бы то же самое цена, так что нормальная. Каша овсяная. Очень удобно. 32,80. Тоже в пакетиках. Можно варить. Здесь разные вкусы есть. Яблоко и там ниже еще разные есть вкусы. Макароны. По 22,30, 400 грамм в ассортименте. Давайте к ним подойдем поближе. Ну, не здесь же? А, нет, там у нас не макароны, а что-то другое. Давайте глянем. Вот они, макароны. Но здесь только рожки. Я смотрю, других нету, только рожки, да. Вот, а здесь есть и мелкая лапшичка. Другой производитель у нас. Алмак 900 грамм, 56,50. Ну, нормально. Отличненько. Так, еще есть вот, смотрите, макароны. Макароны. 2 килограмма 113 рублей. Давайте сейчас глянем. Вот так они выглядят. Корона Востока. Так. Вот еще. По макаронам, короче, мы сегодня пошли, да?
А мне надо макароны, короче, купить. Если вы посоветуете, какие лучше, то я буду вам очень-очень признательна. И вот макаронные изделия, группа А, лапша ячневая или яичная, как правильно, не знаю, 800 грамм, 53,50. Ой, там что такое огромное? Давайте глянем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ого. Его не поднять. Товарищи, точно не поднять. Тоже корона Востока. Смотрите, это винтовые. Здесь только винтовые, а вот там, я не знаю, там распаковывать не буду. 3 килограмма 169,90. Ну, классно, кстати. Ой, а что такое? Все ваши Иринки надо знать. Так, это что? Горох. Оказался он неплох. Угу. Горох, кстати, давно уже не варила, кстати. Люблю горошницу, супчик горохом. 36,50, 800 грамм, кстати. Рис длиннозерный, 900 грамм, 81 рубль. Это считай килограмм, это нормально. Давайте посмотрим на него. Ну-ка. Какой темненький, такой красивенький, пропаренный. В наличии очень много. Так что приезжайте, мои хорошие. Лапша. Удан какая-то. 31 рубль. Что это такое? Ну-ка, подожди, глянем. Ой. Лапша, спагетти, по-русски говоря. Так бы написали бы. Угу. Полкилограмма, 30 рублей. Нормально. Отличненько. Я здесь увидала такую красоту. Смотрите, она как улиточка. Тык-тык-тык-тык. Салатник. Вот он. Опал. Опаловое стекло. И посмотрите, какая интересная форма. Да? Видите, какая волной такой. Давайте сейчас мы посмотрим, какую цену. Так, салатник. Большая. 25 на 23,9. 220 рублей. Италия. Здесь я еще увидала салатники. Они что интересно, они по сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Что это, комплект или что? Или просто это не распакованные? Я вот не поняла. Нет, есть распакованные. Мне девушка уже показала, слава богу. Смотрите, тоже вот такая ребристая, как мы с вами большую видели. Тоже опаловое стекло, салатник 15 на 14. Сейчас ценник с вами глянем. Положим аккуратненько. Так, салатник, вот он, средний, 15 на 14, 95 рублей, тоже Италия. Море тарелок, это суповые тарелки, сейчас посмотрим цену ее. Тарелка суповая 23 на 20. 140 рублей. Италия тоже. Еще есть вот форма жаропрочная. Опал. Овальная. 2 литра. 275 рублей. Бразилия. Ох ты. Все страны мы здесь соберем с вами. Вот Бразилия. Тяп-ляп. Нам привезли с вами. Ну да, здесь разные языки. Это все на экспорт делается. Такой товар. Это очень хорошо. Смотрите, какую красоту я нашла. Блюдо прямоугольное. Такие тарелочки. Шикарные. Давайте посмотрим. Блюдо прямоугольное. 20 на 28. Опал белый 140. 4,90. Италия. То Бразилия, то Италия. Что только нету. Ну какая красота. Салатник. 24 на 24 опал. 225 рублей. Тоже Италия. Давайте следующее посмотрим.
Какие тарелочки интересные. А с той стороны тоже, смотрите, как эти... Сейчас я разверну, покажу. Как ракушечки, видите? Интересно такое. Приятные тарелочки, они интересно. Они как полуовальные такие. Вот видите, сбоку видать. В наличии очень много. Сейчас ценник глянем. Десерт на 21,8 и 19,4. 100 рублей. Тоже Италия. Ух ты. Хоть в Италию не попадем, то хоть тарелки такие поедим. Из этих тарелочек. Так. Смотрите, какое блюдо я нашла. Обалденное. Шикарно. Красиво. И с той стороны, видите, как все сделано. Вообще огромные такие прям блюда красивые. Давайте сейчас посмотрим, какая у них цена. Блюдо, вот оно, 85 рублей, Россия. Ну, классно, 320 миллиметров, сантиметров. Слушайте, ну мне нравится. Ну мне куда их? У меня их столько много всего. Прям очень хочется купить, конечно. Еще вот есть комплект 3 в одном. Черенок 120 сантиметров, совок 3 цвета, 205 рублей, производство Россия. Вот такие интересненькие штучки. И щеточка, и все. Видите, все комплектом идет. И, кстати, очень такое прочное все. Ну ладно, мои хорошие, подписаны на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем-всем мира и добра. Пока-пока.